Опасный перекресток взволновал жителей Магадана. Он находится напротив Магаданской площади, рядом со знаком нулевой километр. К руководителю общественной организации «Отряд поиска детей Магадан», члену общественной палаты города Магадана Юлии Домриной, обратились граждане с просьбой оказать содействие в ограждении площадки возле этого знака. Со стороны проезжей части прогулочная зона ничем не огорожена. На этой площади гуляют дети, мамы с колясками, пожилые люди и семьи. В любой момент на жителей Магадана с проезжей части может выскочить машина. Тем более, что недалеко от перекрестка расположена и детская площадка. Если машина выезжает с поворота напротив стелы, есть опасность того, что она может проехать прямо на площадь. Мы сейчас обращаемся к нашему правительству, к нашим дорожникам с инициативой такой, чтобы закрыть эту именно территорию от того, чтобы машины сюда не заехали. Люди, которые к нам обращались, это были и мамочки с маленькими детьми, и пожилого люди возраста. Поэтому мы хотим решить этот вопрос через общественность. Активисты региональной общественной организации уже обращались за помощью к сотрудникам ГИБДД и дорожникам. Но представители этих служб не отреагировали на проблему, отмечают Юлия Домрина. По словам экспертов, службы перекидывают ответственность друг на друга. Но кто же отвечает за безопасность прогулочных зон, непонятно. На сегодняшний день общественные активисты обратились к региональному уполномоченному по правам детей Денису Павлику. Мы связались с Денисом Анатольевичем и выяснили его точку зрения на проблему. Действительно, ко мне обратился ряд неравнодушных граждан, которые обеспокоены безопасностью на дорогах в городе Магадане. Хотелось бы отметить, что у нас действительно последние годы, слава богу, нет погибших детей на дорогах, но все больше детей травмируется. И в частности, вот этот случай с площадью Магаданской, в части установки дополнительных ограждений или забора, его можно по-разному называть. Мне кажется, здесь стоило бы мэрии уделить особое внимание, потому что площадь Магаданская, на ней располагается детский городок, где достаточно большое количество детей проводит свой досуг с родителями. Я буду продолжать настойчиво обращаться с тем, чтобы этот забор, эти ограждения установили непосредственно на этом участке. Теперь все зависит от того, насколько быстро отреагируют власти на поставленную проблему и какие именно примут меры.